Любим масленицу. Но не каждый день блины печем, потому что вредно, мне кажется, это очень. Ну, а так приходят в гости дети, внуки. И празднуем последний день масленицы. Да. Блинчики тоненькие печем. Блины люблю есть. С чем? Какие? Со сметаной. Ну, тоненькие, толстые блины. Толстые, дрожжевые. А сами делаете или кто-то готовит у вас? Супруга готовит, я-то не готовлю, не умею. А к нам в парк ходите на масленицу? Конечно. Вот что больше всего нравится? Вообще сам праздник вам нравится? Ну, детей много, веселье. Шашлыки продают, народ. Вот так. Такая. Болеете за того, кто на стол плазит? Да, конечно. Какие блины любите есть на масленицу? С чем? Ой, доченька, с икрой. С красной? Да, очень вкусно. А потом с земляничным вареньем. На кефире я делаю. Очень вкусно. Кефир, литр берешь кефира, подогреваешь слегка, чтобы было это самое. Туда стакан 3 муки добавляешь, чуть-чуть масла подсолнечного. Потом, значит, отдельно взбиваешь 4 яйца с полстаканом сахара. И все взбитое массу вливаешь в кефир с мукой. Взбиваешь еще раз там все. Отдельно берешь чайную ложку, гашенную уксусом, и чуть-чуть соли. Полстакана воды кипяченой разводишь, эту массу выливаешь. Потом размешиваешь все и печешь. Получаются такие с дырочками блины. А с чем лучше блины употреблять? Это кто любит как. Ну, вы вот с чем, например. Я люблю просто с чем-нибудь таким, с вареньем, с каким-нибудь таким, типа земляничного. Рецепт очень хороший. Это, знаете, я пеку блины и делаю из него торт. Замечательный, исключительный. И дети только любят, и приходят ко мне на такие даты, и он у меня фирменный блюдо. А это как, несколько блинов друг на друга? Да. Это надо 2 банки сгущенного молока, потом, значит, 1,5 стакана муки и мука там. И чуть-чуть сольцы, чуть-чуть этого, и выпекать эти блины. А потом каждый блин смазывать сметаной и земляничным вареньем. А потом все это закрыть, и получается торт обыкновенный. Потом разрезается и кушается очень-очень вкусно. Блины? Да. Сладкие какие-нибудь там, с повидлом, например. А со сметаной нет, не нравится? Ну, со сметаной так не особо люблю. Ага. А вообще праздник масленицы любите? Ходите в парк к нам? Да, ходим. Ну и что больше всего на празднике нравится? Ну, обычно смотрю, как там на столбы лазит, самый интересный момент. А чучело сжигать, нет? Ну, чучело так. А в детстве вообще ждали масленицу? Вот было такое предвкушение, что утром встанешь, там блины на столе, пойти потом в парк? Ну, в детстве было, а сейчас уже как-то не так. Сейчас уже, наверное, не ощущается. Я лучше со сметанкой. Ну, не эту вот, которую. У меня по детству отложилось, по сельской местности жила. А какие блины должны быть? Есть какой-нибудь фирменный рецепт блинов у вас? Блин, ну, рецепты они будут диктовать. Я люблю такие пышные. И лучше бы, если на дрожжах они были сделаны. Дрожжевые, такие легенькие. Со всякими. Но такие, чтобы они были не сильно толстые, не сильно низкие. А с чем рекомендуете есть блины все-таки? С вареньем, со сгущенкой, со сметаной? И со сгущенкой вкусно, и с вареньем вкусно. Со сгущенкой, конечно, вкусно. А там. Своих домашних какими кормите, с чем? Или они сами выбирают? У меня вообще они сами пекут. Я живу одна, они с семьей. Дочь печет, и вот вчера я была на празднике, и не знаю, где еще я буду на масленице. С маслом, со сметаной, с сгущенным молоком. Ага. А свой какой-нибудь есть рецепт блинов? Да нет, особо нет так. Ну что важное, нужно обязательно добавить в блины, чтобы они получились красивыми, пышными и вкусными? Яичко, молоко, дрожжи, мука. Все. Все это перемешают, да? Да, ну это естественно. А кто-то корицу добавляет? Нет, нет у вас нет, такого? Нет, такого у нас нет. С чем блины на масленице любите есть? С творогом. И все, больше ни с чем? Ну, с ливером. Блины все вкусные. Угу. А сами как печете блины? Есть какой-нибудь фирменный рецепт? На кефире пеку. Только на кефире? Больше никаких вкусов не получается? Ну, бывает, когда я на молоке, но на кефире.
А как вообще к Масленицу праздник отмечаете, относитесь к нему? Нужный праздник? Замечательный праздник. И что самое главное в нем? Когда бабу жгут. Тонкие, с песочком и с маслом. А варенье, сгущенка нет? Нет, лучше с сахаром. Лучше с сахаром. Да? Как отмечаете Масленицу у себя в семье, с друзьями? В семье. Угу. В семье. Но иногда приходят друзья. Что обязательно должно быть на столе? Конечно, блины. Угу. За сколько начинаете их готовить? Утром. Утром воскресенье. Больше времени нет, к сожалению. Когда первый раз вообще блины испекла вот так самостоятельно? Наверное, 6 лет маме помогала. Ну, тогда Масленицу ждала, когда вот маленькая была? Да, сейчас ждем. Сейчас ждете? Как будете отмечать? Ну, с утра блинов напечем, пойдем на Масленицу, в парк. Будем чучело сжигать. С медом. Или со сметаной. А сколько можешь съесть за раз блинов? 4. 4. Это максимум или не максимум? Нет, это максимум. Вообще, как отмечаете Масленицу у себя в семье? Никак, блинами просто. А в парк к нам ходите? В парк нет, потому что ребенок болеет. Практически все, но всегда выпадает на это время, что мы болеем. Ну, может быть, в этот раз вам повезет. Опять в больницу идем. Есть какой-нибудь у вас фирменный рецепт блинов? Да нет, по маминому рецепту всегда делаю. А какой, если не секрет? На молоке сода, соль, сахар, масло и яйца обязательно. И все. А в семье у вас тоже вы всегда помогали маме блиночки печь? Ну, наверное, да. Я с мамой, как мне мама рассказывает, с малых лет всегда вместе с ней, ну, на кухне. Если мама готовит, и я вместе с ней. То есть это женское дело, блины на Масленицу? Ну да, наверное. С вареньем, с подливами всякими, с чаем. Сколько за раз можете съесть блинов? Ну, я 5-6 штук съем. Да. А ты сколько? Ну, 8 тоже, 5-6-7. Угу, понятно. А мама, помогаете блины делать? Да. Получается? Да. К нам на праздник в парк ходите? Да. Да. Так вот, расскажите, что больше всего нравится вам на празднике? Мне нравится, как там поедание блинов, бывают там конкурсы всякие. Болеете, когда на столб-то лазят? Да, да, там за подарками лазят. Как вообще Масленицу отмечаете в семье? Ну как, ходим на проводы зимы, смотрим там все, также блины покупаем и свои дом печем. Ну, радуйтесь празднику, хороший конечно, праздник. Конечно, русский праздник, конечно, радуемся. С Масленицей!